Друзья, я нашла сегодня в себе силы на спортзал. Спортзал это круто, знаете чем? Здесь вот такая задорная музыка. И кажется, на то время, что ты в спортзале, весь мир обождет, пока ты позанимаешься. А сегодня я хотела, знаете, что вам сказать? Есть такая фраза: каждый настоящий мужчина должен вспотеть хотя бы раз в день. Недавно была на экскурсии по средневековому Львову. На этой экскурсии вместе со мной была моя Настя, дочь, она шестоик. И у нее на ведущей экскурсии спор зашел. Когда, в каком веке женщину признали человеком? Оказывается, реально есть такой документ, может, Настя мне подскажет, как этот документ называется. В общем, собрались мужи и стали решать, есть ли у женщины душа. Оказывается, постановили, что есть. Есть такой документ, прям, может, кто знает, как он называется. В общем, если каждый настоящий мужик хотя бы раз в день должен вспотеть, так как мы, женщины, приравнены к мужчинам просто по причине наличия души, как оказалось, значит, каждая настоящая женщина должна вспотеть хотя бы раз в день. Ух, я сегодня то ли настоящий мужик, то ли настоящая женщина, уж я не знаю. Но видите, я прям красная, даже немножко счастливая, потная, может быть, даже вонючая. У меня никто не нюхает, к счастью. В общем, занималась я сегодня, я отжималась. Я не умею подтягиваться, я на тренажере типа подтягивалась, и я приседала. Вот это вот и все. Поэтому можете прям домашними эспандерами, если вы уже давно меня слушаете, то эспандер-то вы себе уже купили, сделайте сегодня вот эти три основные вещи. И станьте настоящей женщиной или настоящим мужиком. Вспотите. Это был приказ. Выполнять обязательно, друзья.